Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. А у нас не гутен, у нас не, короче, гутен так, это что, день или утро? А, да, день, да-да, гутен так, откуда ты, откуда? Я отсюда, оп. Да-да-да, ты что, не знал? Так, сейчас, главное, не пропусти. Привет, привет всем, короче, еду на футбол, опаздываю, все ругаются, ждут уже. Сейчас вот доеду. Это не Германия, мы... В Америке, Валик. Да просто играем. Еще. Плюс, представьте, плюс 21, плюс 22. Как у нас погода меняется. А чё? Я не знаю, что с интернетом. Почему он тупит. Сейчас посмотрим. Тупить он не должен, по идее. Сейчас посмотрим. Подождите секунду. Или эти проблемы со связью, блин. Я тоже с Германией. Да чё вы тут, немцы, пришли? А вот, доехали. Короче, уже. Давай, выезжай, гражданочка. Ну, видите, Колизей. Да, весна. 20 градусов. Можно ходить в футболке. Без проблем вообще. Короче, ну это сегодня так тепло, а на самом деле будет прохладно сейчас все равно опять. Я с Дагестана, живу здесь. Здесь это где ты живешь? Здесь. В Германии ты здесь говоришь? Че там? Да, в Германии. Ну а где, в каком городе? Я в Германии-то жил. Да-да-да. У нас тут посерьезнее матч намечается. Блин, чё нет? Ух, ничего себе, народ подтянулся. На грузовике приехали наши. Чё ты там делаешь, тысяча одной ночь? А? И как всегда, самое место беспонтовое моё, куда встать. Объясните, почему. Ты из-за этого есть? Поесть? Ты тип опасный. Реально опасный тип. Да, конечно, играть. В грязи. Ну там, ну, грязь сухая, как бы там не такая прям грязь. Так, что я должен был взять из машины? Ничего. Вообще тепло. Зря куртку одел. От души. Спасибо. Одному человеку отдал свои очки, эти очки. Которые спортивные специальные. Я очень сейчас жалею. Видите, какое солнце? Да, мы между собой играем. Да, да, да. Вот они, короче, играют. Вот братва играет. А сессия не закончилась. Да, привет. Сессия в разгаре. Сейчас пару банок закинем. Нормально будет. Кто-то загорает. Явно не наш пассажир. Так, ладно, ребят. Надо выскакивать.
Короче, давайте, все. Да, приду позже. Все нормально. Да, приду позже. Че за кого? На 8 минут опоздал. 8? Ты так знаешь? Я на 48, я думал, опоздал. Здорово. А, ничего себе, ты за фига. Взял ты, да? Золотые? Я ж брату отдал. А, ну офигенно. Так, все. Давай, за них, они.